Отопительный сезон закончился, а это значит, можно начинать работы. Покосившуюся трубу 4-й котельной на улице Пушкина наконец демонтировали. Она как бельмо на глазу создавала немало проблем местным жителям. В связи с тем, что труба была накрена, жители не могли пользоваться магазином «Пятерочка», так как было установлено ограждение и, соответственно, было небезопасно здесь проходить. И было выставлено по периметру ограждения. Сейчас, в связи с тем, что труба демонтирована, мы, соответственно, убираем ограждение на время проведения ремонтных работ. И открываем магазин «Пятерочка», и, соответственно, рядом находящийся детский сад, дети смогут пользоваться им и уже гулять на улице, так как до этого было невозможно. То есть дети ходили в сад, но прогулки вот на территории рядом, которая прилегающая территория к трубе, гулять не могли. Пизанская башня, как ее прозвали в народе, появилась в начале этого года. Мусоровоз задел конструктивный элемент, укрепляющий трубу котельной. В тот же день трубу закрепили по новой и выставили ограждение. Но проводить капитальный ремонт без отключения тепла было нельзя, поэтому работы перенесли на май. В течение 2 месяцев будут произведены работы, соответственно, по монтажу нового основания, то есть это бетонные работы, и впоследствии, соответственно, устройство новой трубы. К началу отопительного сезона все ремонтные работы будут завершены.